18 июня глава района Адам Джерим, его заместители, руководители служб и управлений, а также главы поселения осмотрели социальные объекты муниципалитета. Объезд стартовал в Афипском городском поселении. Проверили ход работ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории лицея. Для этой цели из краевого и местного бюджета выделено более 260 миллионов рублей. Работы планируют закончить в апреле 2022 года. После посетили детский сад номер 34, где за счет средств законодательного собрания края установили новые яркие и удобные теневики. Далее глава района проверил ход ремонта здания Ильской детской художественной школы. Строение – выявленный объект культурного наследия, дом станичного атамана, построено в 1863 году. Здесь реставрируют фасад и заменят полы. Следующая остановка – детский сад номер 7. До конца июня в здании облицуют керамической плиткой полы и стены в помещениях пищеблока и буфетных. Также в Ильском городском поселении посетили школу номер 52. В настоящий момент идут работы по благоустройству внутреннего двора школы. Работы закончат к началу учебного года. Завершился объезд в Северском сельском поселении. Глава района посетил котельную по улице Запорожской и детский сад номер 42. После осмотра всех социальных объектов Адам Джерим обратился к коллегам. Для нас самое главное – качество и сроки выполнения. Лето быстро проходит. Мы не успеем оглянуться, уже вот июнь заканчивается. Срочно надо все это форсировать и делать.